Привет, ребята, с вами Сэм на канале, мы с вами. Сегодня будет такой челлендж. У нас мама мне приготовила задания, они вот здесь много. Их тут 5, мама говорила. Но не говорила, какие. Если я проваливаю, ну, какое-то задание и не пробываю столько секунд, как мама сказала, там написала такие, так я ей отдаю из своего тайного мешка по конфетам. Хорошо, давай 5, начинаем. Привет всем, друзья. Ну что, Саня, давай, будет показывать сегодня какие-то свои достижения в гимнастике, гимнастические. Привет, друг, привет, Пипис, привет. Ну-ка, давай начинаем! Тут там много денег. Да, ну-ка, Саня. Шпагат в минус. Ну-ка, покажи. А от кого? Ну вот. Шпагат в минус. Мама тут написала. Только я не знаю, откуда сделать. От Софы, может? Ну, давай. Я, конечно, тут не размятая, как в тренировках. Ну-ка, давай. Просто, может, и не получится. Сейчас тебе поможет Пипис. Вот. Молодец. Молодец. Саня, молодчинка. А, подожди, там нет секунд? Нет, тут там не было написано. Смотри, только просто шпагат минус. Секунд не было написано. Ну что, давай тогда еще вытягивай из своего этого мешка. Что там еще такое? Ну так иди, может, сюда лучше. Давай. Слушай, гимнаст тоже, Пипис, с тобой гимнастический. Это уже это, что мы проверили, да? Твои знания. Чего-то вообще немного. Шпагат с двух стулов 20 секунд. Вау, так что надо приготовить 2 стулья? Я приготовлю. Давай. Хорошо, будет такое. Да. Один стул. Вау. Тут надо будет подушки положить. Давай. Вот, там достаточно. А где у нас эти бархатные? У тебя в комнатке, Саня. Я подожду. Ну, кто тут хочет залезть? Тут Саня сегодня занимается гимнастическими упражнениями, вот. Пипи. Нельзя тебе, у тебя попа грязная бывает иногда. Вот тебе нельзя, подожди, Пипи. Я посмотрю. Мне такой ширины хватит. Думаешь, что да. Только ну что, начинаем? Сколько там секунд? 20? Сейчас. Так я буду шпагат в минус. А 20 секунд, да, там было? Да. Раз. Мне слишком мало места. Давай сделай, чтобы тебе было удобно. Будем тогда считать. Я не знаю, как мне угадать с размерами. Я думаю, что теперь немножко ты сделала, да, подожди, Саня. Ну что? Мы попробовали за кадром, я это задание проваливаю. Да, Саня немножко, да, стукнулась коленкой еще. Ну давай, Саня, мне коробку, я буду стирать. Я потом еще не размятая, а второе. Спасибо. Ну вот, заработала одну конфетку. А сейчас вот это подвигай. Ну, давай. Сейчас будем смотреть другие задания. Пипи, ну нельзя. Иди к арке. Смотри, арка какая. Мостик на локтях 25 секунд. Вот. Ну-ка. Мостик на локтях 25 секунд. Ну, давай. Пипи. Давай. Раз. На локтях, да? Да. Молодец. Считай, давай. 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5. Молодец, Саня, молодец, молодчинка. Супер, ты я молодец. Нет, нет, молодец. Еще интересно, сколько мы баллов. Костик, 20 секунд. Это так, мам, легко. Вот, 20 секунд. Мостик, 20 секунд. Ну-ка, давай. Я, как всегда, делаю вот так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Молодец, Саня. Бум. Молодец. Молодчинка. Ну-ка, и последнее. Нет, сколько там? У меня 4. 3? 3. А, это там еще одно, да? Да. Там одно провалено. С двумя стулами 20 секунд. Мама! Вы что-то не допрочили. Вот это ты положила обратно. Ты что, провалила? Давай, может, еще попробуем? А может, удастся нам? Нет? Не будем пробовать. А давай, знаешь, как улегчим задачу, но чуть-чуть... ниже будет. Давай. Только как-то арку надо убрать. Ой, давай не будем ее, Саню, убирать. Она злюга-призлюга опять тут будет ругаться на нас. Давай. Или тогда... можно, знаете, как попробовать? Ну-ка. С одного стула и с одной кровати. Ну, давай. Вот так. Так, может, мне... Ну, давай. Я боюсь за тебя. Ну, а давай. Сейчас не отдадим. Ну, молодец. Мама, нет, ну не молодец. Ты мне стол должна подвинуть. Мама, смотри. Вот гимнаст, смотрите, тоже гимнастикой занимается. Видите, как у нас все гимнасты дома, кроме меня и папы. Конечно. Я не знаю, как встать с... Ну давай, вот это упражнение мы не будем делать. Давай, ты за нее уже, как говорится, поплатилась конфетой, конфетой. Больше ну, давай не будем тебя мучить. Давай. Ну, давай. Последняя давай вытягивать, смотреть. Шпагат с поднятой ногой 20 секунд. Это очень. Поднятой ногой. Вот, это очень легко. Шпагат с поднятой ногой 20 секунд. Ну-ка, давай. Один, два, три, четыре. 5, 6, и где улыбка? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ура! Саня, молодец! Ну что ты молодец, ты гимнастка. А давай, знаете что? Давай. Сейчас. Ну-ка. Сейчас давай придумай просто вот какие-то задания, еще 5. Ну давай. Ну давай. Давай ты на свой что-то покажешь, чем ты, как говорится, вот это все время занималась и что ты выучила. Давай. Я выучила ходить на мостике. Ну давай, покажи. Сейчас покажу. Только надо вот это. А где ты это все будешь показывать? Вот здесь я буду. Ну давай. Подожди, в которую? Туда иди, к кухню. На кухню. Нет, а назад. Вот так. Опа, 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 пауки нападают. Саня, ты меня не смеши. Меня. Слушай, ты знаешь, мне вот это твое хождение, так мне точно персонаж из этого фильма ужасов, где девочка-экзорцист, вот, где там такая девочка по стенам ходила. У нее черт был селился, и она вот так ходила дома. Слушай, ну точь-в-точь, Саня, страшно прямо. Ну, а знаете, что я еще выучила? Ну? Можешь подвинуться? Давай. Я выучила вот так.
Подожди, сейчас я покажу тебе с другой стороны. Вот, молодец. Молодец, Саня. Супер. Давай а пять. А еще я у бабушки. Ну-ка, у бабы Марии? Да. Ну? Сейчас стул не будет, надеюсь, мешать. Ну, я подвину его. Давай. Чтобы не стукнуться головой. Ну, вот это так уже точно. Когда я делала мостик, мне подушка подскользнулась. Вот. Молодец. Не болят тебе ножки? Что? Не болят ножки? Молодец. Ну, а сейчас ты еще два придумай, пожалуйста. Саня, ну я не придумаю. Давай, а встанешь вот так красивенько, стоя на мостик? Как? Ну, вот так. Просто вот так? Да, вот давай подушечки вот здесь вот поправим, чтобы не было страшно. Давай? Можно вот здесь? Ну, давай. Вот здесь привычнее делать. Давай. Я здесь просто очень часто делаю мостик. Ну, давай. Подожди. Раз, два, три. И... Боязно немножко, да? Нет, но я просто всегда делаю на матрасе. Нельзя тогда как стукнулась головой. Да. Так тогда было очень страшно. Тогда было очень больно. И конфета спала в самую жизнь. Еще шоколадные. Ну вот, молодец, задание выполнила. Все, молодчинка, давай, вставай обратно. Оп, молодец. Это еще дело надо будет немножко подучить. Просто, я знаю, что ты тут боишься немножко. Да, у меня тут очень высокие потолки, да. Когда я делаю, просто так голова да, у нас видите, какие тут потолки высокие, и Саня страшно немножко. Я просто в таких маленьких комнатах, я умею делать. Ну, тебе в большом пространстве немножко страшновато, да? Да? Ну, что я могу сказать? Ты молодец, все задания выполнила. Только кроме одного. Конфет. Но у нас, видишь, стулья, они хорошие. Они, они глянцевые такие, видите, и там они поверхности. Очень, они, да, скользят, да. Давай пять. Знаете, что я еще хочу показать? Давай. Что я изобрела и уже успела поломать. Вот. Самодельная лента. Палочка из Макдональдса. Был шарик, отломала да. палочку, да. сделала ленту. Ну, молодец. Как говорится, изобретательница, да? Да. Изобретаем да. всякие вот. Вещички. Ну вот, балетная палочка такая. Нет, ну гимнастическая такая красивая, как змейка. Да. Да? И знаете, какой я элемент придумала? Смотрите. Молодец, Саня, какая ты умничка, как красиво было теперь. Знаете, что я один раз сделала? Попробовала сделать со своей ногой, которая у меня кривая. Да, не кривая, но просто она вот. У тебя еще не выходит, вот. Да? Вот, вот. Вот, ну понемногу. А та ножка суперски, да, у тебя работает? Просто я еще вот такой... Молодец. Молодец, Саня. Просто с лентой круче. Да, с лентой круче. Но мы даже с ней еще не занимаемся. Да. Мы только с мячами. Да, ну молодец. И скакал. Ну, еще что-то будем показывать или будем прощаться? Подожди, ладно? Я сбегаю. Куда-то давай. А за окном... Ой, у нас за окном холода. Вы не представляете, как холодно. У нас даже сегодня арка, смотрите, как. Видите, мам, расположилась. Не видела мяч? Нет. Подожди. Наблюдает она, знаете, за кем? За воронами. Вот она тут лежит днями теперь, потому что вот там, где забор, там они прилетают, потому что теперь очень холодно, они бедные прилетают, потому что я им там иногда бросаю батончик, хлеб какой-то, там, знаете, черствый уже, который остается. Спрятался? Ну, давай, Саня, ты сейчас будешь как Алина Кабаева с мячиком. Но только у меня мяч будет. Да, ну у тебя такой, да, любительский мяч у нас. Да, ну-ка. Ну, я просто, у нас в гимнастике настоящий мяч. Ну, и что же будем показывать с мячом? Я, конечно, это еще не очень выучила. Да. Ну, пытаемся, вот. Это реально, это надо много-много тренироваться. Вот!
показать. Ну давай, покажи свои, это в честь Олимпиады, да? Сегодня да, закрытие. Же закрытие Олимпиады вот. Было, это, да? Это такой, как он называется? Это, ну эти, Слевинка. Ну как это, что идут на... Ну вот, вот так вот. Или вот так? Да, 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 да. Ну вот один спортсмен, да, пошел. А вот второй. А тут уже, смотрите, фигурное катание. Вау, как красиво Саня нарисовала. Молодец. Вот видите, даже она написала. Вот олимпинец, жиденец. Ну и, конечно, по-литовски Олимпийские игры. Ну что, давай, Саня, тогда на этой красивой ноте мы и закончим твое представление. А давай что сделаем? Да. Пожалуйста. Я сделаю эту корзинку, а ты перевернешь камеру вниз головой. И потом посмотрим, что получится. Ну давай. Дай. Давай, бери коврик. Так, давай. Я сейчас сделаю корзиночку, а ты сейчас переверни камеру вниз на. Вот так, что ли? Да. Ну-ка, и что? Все. И сейчас, когда будет клип, да. Будет вниз головой, кажется, что я на потолке. Ну, поняла. Ну все, так все, кончаем? Да, кончаем. Ставьте лайки, подписывайтесь, всем пока. Пока-пока. И напишите в комментариях, кто тоже занимается гимнастикой. Давай, все, пока-пока.